Я больше туда не хочу, пап. Они сказали, это чужая комната. Кто это сказал? Я веду трансляцию из так называемого «Дома призраков». Нигде в мире нет столько призраков, как здесь. Дом построили в 19 веке. Хозяйка прожила здесь 8 лет, а потом покончила с собой. После нее в этом доме умерло еще 11 человек, в том числе 5 детей, после чего дом заколотили. Здесь неоднократно фиксировались паранормальные явления. Милдред прокляла дом, убив себя, или она сама стала жертвой уже проклятого дома? Не ходи туда! Ее же не зря заколотили! Это ее дневник! Духи дома, поговорите с нами. Хозяйка собирала тут неупокоенные души, чтобы создать семью, которой у нее никогда не было. Хонки и Катиби, и Немамеи. Она продала душу дьяволу. Она сводит людей с ума. Нельзя тревожить духов, Шо. Это была плохая идея. Помогите! Паранормальные явления. Дом призраков. В кино с 20 октября.